Знакомьтесь, это Пончик. Каждое утро вместе со своей хозяйкой Людмилой Шаровой они выходят гулять в парк. А каждый вечер здесь же отдыхают горожане. Убирать за собой они не любят, в отличие от этой необычной собаки. Вдвоем с Людмилой они просто так, даже не за спасибо, наводят порядок после вечерних посиделок горожан. Ищи, ищи, бери ее правильно. Бери, иди выбрасывай в мусор. В мусор выбрасывай, иди выбрасывай. Молодец. Женщина рассказывает, специально Пончика не дрессировала. Просто она сама любит чистоту, а собака за ней наблюдает во время прогулок. Вот и получилось, что приводить в порядок городские улицы пес стал благодаря хорошему примеру. Просто я ходила, собирала бутылки, бросала, собирала, бросала. Я даже не это. А потом он начал также брать бутылки и тоже бросать в мусорницу. Но все, надо было только закрепить. Дальше я уже начала его просить. Да, бутылочка, видишь, неси в мусор. Вот уже 2 года, и зимой, и летом прогулочный маршрут у пары один. Петля от пляжа до танцевально-концертного зала. За пару часов Пончик с Людмилой успевают собрать и выбросить в урны несколько десятков бутылок, пивных банок и другой мелкий мусор. Я часто гуляю, я удивляюсь этой собачке, насколько она умная и насколько она чистоплотная по сравнению с некоторыми нашими горожанами. Вот так Пончик стал местным четвероногим героем. И хочется думать, что теперь уже он подаст хороший пример людям. И они научатся у собаки, если уж не убирать за другими, то хотя бы не мусорить самим. Алина Штоколова при поддержке телевидения Железногорска.